Общественная организация «Союз русских общин Приднестровья» приглашает юношей до 18 лет принять участие в международном конкурсе сочинений «Каким я вижу будущее России? Мои пожелания президенту». Конкурс стартовал 1 января и проводится в преддверии выборов президента России, которые пройдут 18 марта. Главная цель – привлечь внимание молодежи, проживающей за пределами Российской Федерации, к происходящим политическим процессам в стране, а также вызвать интерес к ее историческому прошлому. Очень хороший, по-моему, проект, очень интересный для молодежи до 18 лет во всем мире. Все те, кто считает себя частью русского мира, российскими соотечественниками, да и просто все желающие, которые знают историю России и интересуются ее настоящим и будущим, могут принять участие в этом конкурсе. Конкурс проводится на самом высоком уровне. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайтах фонда «Русский мир», а также Союза русских общин Приднестровья. Работы принимаются до 15 февраля этого года. Организаторы обещают, лучшие работы обязательно попадут к президенту Российской Федерации.